Я, кстати, уже 4 дня из окна не дышал кислородом, что-то опять башка болит, блин. Пиздец. Да, надо на улицу, все-таки, на улицу, типа, в окно посмотреть, все-таки. Слизня, наверное, оставлю. Полезный. Ну, я, типа, гуляю как? Я открываю окно и дышу из окна. Ну, я так гуляю. Бунсер нужен. Великан-дракон. Надо все-таки поворот золотым сделать, наверное. Я думаю, что анимация портала должна быть классная. Дыра тут не маленькая, между прочим. Я такую где-то видел. Где-то я такую дыру в жаст-чатинге видел. Ничего смешного нет. Ну что за рука-то или Shadow Flame, блядь? Защитник пришел, ладно. Расскажи, чем ты дома занимаешься вместо спортзала? Ну, с утра зарядку делаю небольшую, чисто растрястись, там, все, знаете, там шею отлежал и так далее. Потом делаю просто всякие упражнения. Чисто... Без каких-либо целей, типа, нет такого, что я там делаю это для того, чтобы похудеть и так далее. Просто занимаюсь, чтобы растрясти свой жирок. Ну, у меня нет другого варианта. Нужно хилку находить. Хилку нужно находить, великанов, драконов и так далее. Обменяем просто руку. Бабах! Великан хорошо. Концерт тоже хорошо. Плюс 4. Отлично. Великан за 6, правда, будет, но... Такое. Ну, походу, в этой игре мы не выиграем, если мы не найдем Рафаама сейчас. В ближайшие пару секунд, если не найдем Рафаама, то, по-моему, мы отлетаем. Блять, он сейчас с монетки играет бума, блять. Бума с монетки. Ну, это не серьезно, это голдфиш. Ну да, 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 конечно, да, да. Может Рафаам? Да Монка Гига, блядь! Ну ебучий бомбер! Сейчас еще меня бомба взорвет. Мне Рафаам с топ-дека нужен, я не знаю, типа, что делать. Артем 33 Волков и Лол Кех Чебурек, спасибо большое. Даже теперь табнуться не могу. Отлично. Ну мне нужен просто Рафаам. Ну дай Рафаама, пожалуйста, я отработаю, ну. Ну дай Рафаама, я отработаю. Я отработаю, чат, дайте Рафаама, только. Я таблюсь, типа. Я буду искать Рафаама через вообще любые взрывы. Я держусь, блядь, из последних сил. Из последних сил держусь. Плюс 4. Ебать, живу! 2-1 я убивать не буду, 3-2, потому что, типа, он сделает трейд. 4 бомбы, 13 карт, 9 карт. Мне просто нужен Рафаам, просто Рафаам. Издарез полный, я не табуюсь. Сейчас бластер или ауешку рольнет и бомба меня убьет. Ладно, не рольнул. Ну дай! Пожалуйста, ну. Пиздос. Твою отсосу не работает. Я сдох, блядь.
Ты столько раз обещал отсосать за то. Ну просто не приходит, блядь. Ну не приходит. 71% винрейт у колодной. Ну не приходит. Уёбок. Не приходит просто. 71% крутит. Ой, наелся, мужики. О. Наелся прям вообще нормально от души. Наелся прям от души. Ну слушайте, на свечку, если что, у нас есть восьмерка плюс двойка. Ну хорош, блядь. Да что это такое? Ёб твою мать! Ты чё? Ну великан нужен, еще какая-нибудь хуйня, чтобы убить 12-12, главное. В идеале хил великан. Дала рана! Один оф. Нету бдека. Кто считает моего сыночка? Сосать! Кто считает? Неплохо сыграно! Сосать! Топ-дек Джараксуса. Топ-дек Джараксуса. Сыграем вот сам. Пиздец, вот. Один. Да, дек, пожалуйста. Давай. Ну чё, let's go, чат. Let's go. Попробуем. Я чёрный лизу. Сексуальненько. Пипався, блядь. Пипався на гензюцу. И пався на гензюцу. Сейчас все будет гореть, кроме бомб. Все, вы, пожалуйста. Я думаю, она правда очень сильная. Привет, здорово. Ну здорово, привет, привет, здорово, ку. Блять. Сука, я сейчас бомбану с этой игры, блять. Бомбы не взрываются. На что спорим, как только я сейчас сделаю и поставлю существо, бомбы взорвется? Вот на что спорим, блядь? На что спорим, чуваки? На что спорим? Спорим на 100 рублей, блядь. На 100 рублей спорим. Смотрим на 100 рублей. Спорим на 100 рублей, что просто, как я только освободил руку, бомбы полетят. Хуесосы, блядь, на близах! Вы что делаете, блядь? Вы что делаете, блядь? Вы что делаете, блядь? Вы что делаете, блядь? Что это? Почему? Это целый день такая хуйня происходит. Что это? Что это? Сидят алгоритмики, блядь. Ну как это понимать просто? Ну это не смешно вообще. Сейчас у меня сгорит опять не бомба. Потому что опять фул рука. Просто, блядь, абсурд ебаный. Просто абсурд. Baby to win. Я не верю просто в такое развитие. Я не верю, что это случайность, понимаете? Закономерность, она искусственная. Закономерность происходит постоянно просто в таких ситуациях. Пошел отсюда, блядь. Ну, выебал на скиле, типа, но по факту просто три бомбы чуть мне не заруинили игру, потому что они взорвались тогда, когда у меня опустошилась рука, когда у меня не было варианта. О, еще катка на 40 минут. Ой, как это круто.
Горош! И горош! Горош! И горош! Горош! И горош! Горош! И горош! Но на самом деле надо отдать должное. Чел, который играл против нас за сегодня. Вот этот чел, это единственный чел, который сегодня охуенно отыграл за весь стрим. Сколько я стримлю? Я стримлю 8 часов. За 8 часов это первый оппонент, который реально грамотно отыграл, блядь, Mirror. Вообще охуенно отыграл. Типа он подождал фатига, блядь, типа делеком на фатиге замешал бомбы. Это охуенный плей. Ну, красава. Пират Воин заиграет в новой мете. Хочу долбиться в очко. А для этого что, обязательно Пират Воин нужен, что ли, или что? Это на самом деле хороший очень, типа, дроп. Главное, чтобы он мне восьмерку... Главное восьмерку быстрее найти в руку, чтобы он не вытащил ее, иначе борода, блин. Он еще мне какого-нибудь Акалита может вытащить, в теории. Это. Так, Wednesday, April 10. С 1.38 до 9.27 PM за сегодняшний стрим уникальных вьюверов 121 500 человек. То есть 120 тысяч человек уникальных за сегодняшний стрим прошло. 120 тысяч, блядь. 120 тысяч! Кого, блядь? Ну, это просто к тому, что... Один раз говоришь, что не крафтить, а потом... Ничего не брал здесь. У меня уже сердце застучалось, я вам честно скажу. Морель решала, но не так сильно, как ДК, вот в чем суть. Морель просто давала 2 армора в ход. А эта хуйня дает и карты, и типа, и армор, 5 арморов в ход. Просто нужен ДК, ничего больше. Не знаю, просто ДК. Моу. Заряд ровно. Девять карт ДК. В той игре у меня был 28-й декар, если что. Кстати, бля, ладно, сейчас тоже трек доиграет, поставлю, блядь, забыл про трек. Варпас дает, интересно. Это даже не так плохо, лишний 3 урона не надо получать. Пипирога 7-0. Пипирога даже какой-то в руках. А не реактора запущена. Я не реактора, если что. Хватит просто лягать, там, на бьюзмент, заебал он. Что я, конечно, по бьюзмент? Не знаю, правда, я выиграл, да, угадал. Неплохо. Что сам это неплохо довольно-таки, потому что это таргет на риму. Бля, самое что интересное было бы, если, короче, 5-6 убило, это вообще абсурд был бы. Как думаешь, что сейчас приходится без нее? Если интересно, мирор посохнет, да? Зачем? Типа это easy win condition через робота какого-то забафанного. Это пиздец, какая ошибка. Хуйню полную сделал чел. Ну вот, типа люди, чем дольше ты играешь с челом, тем больше он до ошибок допускает. Точнее, не один бравл. Блять! Сука, блять! Что это за хуйня? Нахуй я играл 20 минут, чтобы меня вытащили, блять! И Лизу, блять! И ДК пришел после Лизы. Иди нахуй, блядь. Говно, блядь, ебаное просто.